Вторая попытка. Главное, опять голову себе не разбить. Да, чуть-чуть, вот все, лодка допрыгала. О. Надеюсь, Катюхе уже хотя бы немного, но стало лучше. А то она уже валяется здесь примерно полнедели. И даже вставать не хочет. Как ее банан вот этим со своими настоечками напоил, я надеюсь, у нее хотя бы температура, что ли, спала. Аметист. Шаурма с капустой и с картошкой фри аметистой. Шаурма с аметистами. Я ничего не поняла. Доброе утро. Катя? Ты? Я? Я? И как ты себя чувствуешь? Да вроде нормально, руки, ноги шевелятся, прыгать могу. Слушай, а настойки банана-то реально помогают. О, голова! А где он, кстати, изготовил? Ну, я ему выделил всю твою лабораторию на одну серию. Он там из твоих вот этих ингредиентов зелье варганил. Да вы что там, все совсем офигели, что ли? А, это же моя лаборатория. Надеюсь, вы ничего там не покосячили, я проверю. Ну, слушай, если бы не настойки банана, если бы он в тебя в предыдущей серии вот это вот зелье огнестойкости, потом зелье невидимости, потом не поджег бы тебя, ты бы, наверное, даже не выздоровела. Поэтому тебе банану еще спасибо сказать надо. Да это я ему скажу спасибо. Реально чувствую себя просто замечательно. Так, все, давай, пошли. Подожди сюда и прочитай. Внимание, стекло руками не трогать. Так я не руками трогала, я киркой. Ну так его трогать нельзя, ты зачем его разбила в принципе? Так а как мне отсюда выйти-то? Все, я здорова, все нормально, все, пойдем. Точно нормально себя чувствуешь, а вдруг ты еще заразна? Ну в любом случае, у меня на башке стекло. Ну все, тогда его лучше не снимай, ближайшие серии 10. Хорошо, чтобы я убедился, что ты полностью выздоровела. Какие 10? А, все, сегодня поношу, на следующей серии уже сниму. Все, пошли тогда за мной, выходи тогда. Выходи, механизмы вот этих Херейт настроил. Кстати, смотри, как Херейт назвал твой изолятор. Строительная компания Херади Инк, Катя Джопа 69, супер изолятор Type. Да, я это, пожалуй, снесу. Не трогай, Херейт старался, пошли. Слушай, мне кажется, ты немножко проголодалась за все это время, учитывая, сколько ты там лежала, неделю, наверное, почти. Я реально ничего не ела, меня здесь хоть кормили через трубочку там. Ну вот кормить мы тебя вроде не кормили, поэтому ты 100% проголодалась. Пошли сюда за мной на склад, у нас там просто дофигища еды есть. Я тебя сейчас так накормлю, лопнешь просто, Катюха. А ты чё такой добрый-то, а? С какой стати ты меня решил покормить? Ты подожди. Так, бери в первую очередь, бери сырую треску. Кушай ее и закусывай давай морковушкой, давай. Походу не я заболела, а ты. Может быть ты мне жареную треску дашь, а хотя бы? Ладно, не хочешь сырую треску, тогда держи картофель сырой, вот он полезен, и потом свеклу, держи и свеклку тоже кушай давай. Слушай, я есть, конечно, очень сильно хочу, поэтому я съем, но я вообще не понимаю, что ты от меня хочешь. И что дальше? А дальше у нас по списку, если я не ошибаюсь, тропическая рыбка. Давай, кушай. После тропической рыбки у нас иглобрюх. Кушай. После иглобрюха у нас что здесь еще есть? Курятина, это не нужно. Здесь у нас ничего нет. Опа, гнилая плоть. Кушай гнилую плоть и кушай тогда сушеную ламинарию. Давай, все по очереди кушай, давай. Я, наверное, пока болела, ты курсы кулинарии прошел, да? Это твои коронные блюда, я так понимаю. Вопрос лишний не задавай, бери и кушай. Да я уже почти наелась, но сейчас сушеную ламинарию съем. Вот гнилую плоть, ну все, на гнилую плоть у меня уже не хватает, я уже сыта. Ну если сыта, тогда надо тебе сердечки сносить, чтобы вот этот голод появлялся, давай кушай. Да ты вообще чокнутый что ли, а? Ну хотя бы бить-то меня не надо, я только после больницы. Ну тогда пошли, прыгнешь в котел славой. Давай, вот там будешь вот это жизни себе сносить и потом восстанавливаться, давай прыгай. Так, все, у меня появилось полтора голода, все, смотри, ем иглобрюхо. И ем гнилую плоть. Ты доволен? Пошло-поехало. Ага, молодец. А сейчас нажми на буковку L. Так, нажала. И в разделе сельское хозяйство скажи мне, пожалуйста, сколько у тебя выполнена вот эта вот ачивка Робин Бобин? У меня 21 из 39.
Попробуйте все съестное, даже если это не пойдет вам на пользу. 18 из 39. Так вот ты к чему клонишь-то. Какие 18? Так ты только что ламинарию съела, и иглобрюхо съела, и вот это съела. Так подожди, если нам надо выполнить эту ачивку, тем более как бы ты 100% проголодалась очень сильно после вот этой больнички, значит именно сегодня мы эту ачивку и пройдем. Ну раз пришло время, что нам нужно съесть все, что нужно съесть, то пришло время для того, чтобы это съесть. Я хранила это весь сезон Майнкрафта. Я даже не знаю, сколько серий у меня это находится там, но пойдем за мной. Пришло время съесть все, что нужно съесть, поэтому нам сейчас это нужно съесть. Все верно. Ты сама поняла, что ты сказала? Да, я и говорю. Пришло время съесть все, что нужно съесть. Так, по-моему, это тут. Кирочку берем. Вот так вот. Секретный твой сундук, который ты от меня прячешь, да, со своей заначкой вот этой? Конечно, секретный, чтобы ты у меня ничего не скоммуниздил. Держи. Храни его специально для нас. Золотое яблоко? Нифига себе, да еще и зачарованное. А ты уверена, что мы его не кушали в течение всего сезона? Честно, вспомнить не могу. Почему-то мне кажется, что я всегда их хранила и никогда не ела. Ну ладно, давай тогда чокаться не будем. Да, ой. Да как? С одной тычки рукой я тебя убил! Ладно, как говорится, Катя, здоровья погибшим! Так, захомячил, 21 с 39! Ну я же тебе сказал, что мы это 100% ели! Ну морковку мы с тобой каждый день хомячим, поэтому морковка не. Свеклу, вот по поводу свеклы я даже не знаю на самом деле. Сейчас, на всякий случай, захомячу. Так, дальше. Ягоды мы 1000000% ели, морковку ели. Хлеб мы ели? Да ели. Да ели, конечно, хлеб такая. Это что? Арбуз мы тоже ели. И вот эту картошечку мы ели. А вот по поводу сырой картошки я, кстати, не знаю. А ну, захомячь сырую картошку. Так вот я-то так сырую уже съела. А, ну да ты давай ешь. У меня было 21... Сейчас 23! То есть сырую картошку я не ел, и походу свеклу вот эту я не ел. Слушай, а мы с тобой вот эту отравленную картошку ели? Ну, надо быть совсем уже дебилами, чтобы ее съесть, поэтому я думаю, что не ели. Вот, поэтому мы сейчас и будем дебилами. Кстати, вот когда ты ломаешь обычную картошку, есть какой-то шанс, что выпадет отравленная. Но шанс, как я понимаю, очень сильно маленький, да мне нифига не выпало. Поэтому, Катюха, делаем так. Держи костную муку и фигачь всю эту костную муку. На эту картошку будем выращивать моментально и собирать сразу же. Ты хочешь реально сейчас искать вот здесь вот гнилую картошку? Ну да, для ачивки. Давай, удобряй. Даже мы же вечность это будем делать, господи. Да ничего не вечность, ты преувеличиваешь. Вот, иди сюда, вот. Одна что, уже попалась? Выпала, да, одна выпала, но нам надо две. Поэтому давай, удобряй все остальные до конца. Так, а вторая не выпала, поэтому еще по одному кругу. Я сажаю картошечку, а ты ее еще раз удобряй. Так, ну если здесь не попадется, проще ее будет найти. И оп, все, и две штуки у нас уже есть. Так, одну тебе, одну мне, и давай, Катюха, за наше здоровье. Ой, давай. Вкуснота, настоящая вкуснота. И сейчас 24, вот я же тебе говорю, что мы ее 100% не кушали. Так, еще картошечку посадим и пойдем дальше что-то хомячить. Опа, вот сюда, опа. Вот сюда. Ага. Это, добро пожаловать в мой ресторан стейков. Вам какой прожарки стейки? Мне, пожалуйста, самый минимальный прожарки. Вот что прям, знаете, вот сыростью отдавало. Прям сырое, да, наверное, мясо вам так хочется сегодня, да? Да, вот прям с кровью. С кровью мясо. Ну, да, потому что сейчас мы с тобой будем баловаться полностью всем сырым, что у нас есть. Сырую баранишечку, держи. Говядинку, держи. Крольчатину, курятину, свинину, тресочку и лососик. И вот это все давай кушаем прям вот так по очереди. Так, пошло. А еще я, Катюха, взял нам с тобой иглобрюхов. Держи. Иглобрюхи хороши для того, чтобы у нас с тобой каждый раз, когда мы его кушаем, появлялся эффект голода 3. То есть мы с тобой намного быстрее будем проголадываться. Вот, поэтому давай, кушай крольчатину, кушай курятину и все вот это остальное. Ударь меня, ударь, я наелась. На. Ага. И последний сырой лососик пошел. А зачем ты жареную курицу только что у меня на глазах съела?
я просто... Я все-таки люблю больше жареное мясо, чем сырое. Кстати, а у меня есть подозрение, то, что я не все даже и жареное это ела. Я точно ела жареную курочку, потому что у нас дома курятник. И точно ела жареный стейк. А вот остальное под вопросом. А вот остальное реально баранину мы с тобой, наверное, даже не ели. Но смотри, вот учитывая то, что мы с тобой только что сожрали все вот это сырое, у меня уже 32 из 39. Еще 7 какой-то фигни надо съесть, и тогда ачивка будет выполнена. Так, а ты мне притащил... Тащи, пожалуйста, жареную крольчатину. Ее я точно не ела. Ага, наверное. Так, все, тогда крольчатину притащу и сырой паучий глаз тоже притащу, да? Кого ты сейчас притащишь? Сырой паучий глаз. Я вот тоже не знал то, что глаз паука можно есть, но оказывается можно. Это у нас, Катюх, сегодня прям самый большой деликатес будет. Помню времена, когда я тебе все это готовила, а сама-то я это вряд ли ела. Вот свекольный суп и тушеный кролик. Я этого, по-моему, не ела. Сейчас проверим. Так. И... Да, у меня добавилось. А ну подожди, да, я тоже проверю. Я помню 100% то, что я кушал вот этого тушеного кролика. А вот свекольный суп ты мне вроде никогда даже не готовила. Готовила. Ну вот сейчас и попробуем, готовила или не готовила. Так, миску забирай и паучий глаз бери. Я не уверен, понравится он тебе или нет, но какая разница, нам его схомячить точно надо. Фу, ну может не надо, а с чего ты вообще взял, что паучий глаз нужно есть? Это же не съестное. Ну ты и голобрюха точишь же как не в себя. Вот, паучий глаз тоже... Точи, нормально пойдет на закусончик. Так, и у меня получается 37 из 9. Две последние какие-то фигни остались, но я пока даже не знаю, какие. Подожди, а у меня 34. Че я еще не ела, а? А морковку золотую мы с тобой кушали? Яблоко только что съели, а морковку? Морковку золотую нет, точно не ели. Вот, значит, пойдем и приготовим золотую морковку. А последнее тогда что остается? Печеньки ели, торт ели, ламинарию ели. Что-то последнее остается, я даже не знаю. Так, сейчас подожди. А у нас золота даже нет! Ты что, все золото скоммуниздила из сундуков? Я вообще болела, я не знаю. А там, подожди, а там вроде по-другому надо. Там не золотых слитков надо, а там вроде из кусочков золота надо, если я не ошибаюсь. Во- да, вот, тебе повезло, Катюха, тебе прям очень повезло. Так, держи и приятного аппетита. Так, кушаем. Проверяем. Да. 38 из 39. Так, что последнее? Я даже в душе не могу представить. Подожди, гнилую плоть я 100% кушал. Сейчас, подожди. Вот так, кушал. Ламинарию кушал. Какао бабы съесть нельзя. Вот это все сырое мы с тобой переели. Картошка, грибы кушать просто так нельзя. Тропическую рыбу я тоже кушал. Че последнее? Я вообще уже не знаю, что еще можно в этом Майнкрафте съесть. Вот паучий глаз же можно съесть? Пойди тогда вон кувшинку съешь или цветок какой-нибудь, а? Тростник кушать нельзя. Сахар тоже кушать нельзя. Тортики мы с тобой 1000000% кушали. Цветы есть нельзя. Бамбук тоже вроде есть нельзя. Что-то должно прям быть последнее, что самое очевидное, но мы почему-то не догадываемся. Подожди, а может быть что-то в аду можно кушать? Например, грибы вот эти адские или какой-нибудь нарост. Короче, вот это вот всю фигню, а? Ну в аду вроде такого ничего нет. Там в аду вообще ничего съестного нет. А вот в Эндермире... Кстати... Там вроде цветок есть, когда ты его кушаешь, тебя телепортирует. Это Хорус. Чего? Ты чё материшься? Такое нельзя говорить. Да я не матерюсь, я тебе говорю, цветок Хоруса. Вот в этом Эндермире, который растет на вот этих огромных деревьях каких-то фиолетовых. Вот реально, тогда вот это крылья напяливай, фейерверки мне дай, потому что у меня кончились. И полетели тогда давай в Эндермир. Слушай, а может ты один слетаешь по быстролярику, прилетишь, и мы с тобой покушаем, а? Давай, тебе вот эту жопу твою проветрить надо, ты там в бункере неделю валялась, вот это фейерверки давай выбрасывай и полетели быстро. Так на, ты забирай, мне еще крылья надеть надо, все, полетели. Ты там как, успеваешь? Не отстаешь? Да я тебе прям в пятки дышу. Ну, нам еще немного осталось, и вот та самая деревня, где у нас находится портал, а вот тот самый столб, куда нам с тобой надо прилететь. Плюхайся сюда, и давай сразу вниз сюда плыви, и вот здесь где-то у нас с тобой портал находится. А! Игорь! Подожди меня, пожалуйста! Давай! Я уже возле портала, прыгай сюда!
Так, я тут. Здравствуйте! Да ты там не с Игорем дерись, а прыгай вниз давай! Так куда еще ниже-то? Там еще дырка есть, алло, вот, господи, как тебе это показать? Дырка, не вижу дырку. Ну на мой ник посмотри, я в дырку прыгаю, голова в дырке. О, сейчас, подожди, я прорублю. Да ты портал затопишь сейчас, Кать! Тихо, все спокойно, сейчас заткнем дырки, подожди, сейчас все хорошо будет. Вот, все, ты переживал. А вторую дырку кто заткнет? А вторую дырки мне нечем затыкать, сейчас есть что-нибудь? Прыгай давай. Все. Так, аккуратно, не шандарахнись, не плюхнись, полетела сюда, давай за мной и куда-то вот сюда, где есть лесенка, вот, да, я хотел сказать, живи, да. Живи! Это ты живи! Аккуратно, приземление, все, давай вот туда наверх забираемся, не забывай кушать, сейчас нам с тобой кокнуться не надо, за тобой уже эндермен бежит. Нет, ребят, не трогайте меня, да я с миром пришла, нет! Ну я ж тебе сказал, главное не кокнись! А ладно, пойду без тебя, значит. А, тут даже портала нет. Ну ладно, тогда придется в другое место. Вот туда надо, да? Прям в центр вот этот попасть, прям вот в серединку, да? Или куда? Ну, я сейчас скину и попаду, смотри, вот. Вот так, оп! Ну, почти попала. И опять эндермен... Ну давай еще раз, третий раз. Кать, это последний вот этот эндерперл, который я тебе даю. Попади внутрь туда, пожалуйста. Прям вот нужно в центр, да, целиться? Или чуть выше? Или вот смотри, целюсь сюда и попадаю. Попала! Ура! Ну вот, сразу бы так, а я за тобой. А вот это и называется плод Хоруса. Где-то он здесь растет. А вот сверху это цветок Хоруса. Если я не ошибаюсь, нужно просто взять топор. Где мой топор? Вот так берем и просто рубим. И у нас выпадает плод Хоруса. Давай, кто из нас выполнит первым вот эту ачивку? Я, ты всегда первый выполняешь, а я никогда, да? Мне первый, пожалуйста, ладно, выполнить. Ладно, все, хорошо. Выполняй только аккуратно, потому что ты телепортируешься вообще фиг его знает куда. А мы найдемся потом? Найдемся, давай кушай. Так, сейчас, ударь меня, ударь. Я с удовольствием. На, по башке. Так, только не убей. Сейчас голод появится, и я скушаю. Сейчас, подожди, перед тем, как ты скушаешь, да, я себе тоже один вот так вот добуду. Все, да ты чё, прикалываешься, что ли? Я ж на тебя не смотрел даже. На Эйфелеву башню поднимайся сюда, давай. О, ёпрос, это чё ж тебя туда загнало-то? Так... Аккуратно! Жива? Жива, все, давай уже. Все, для такого знаменательного события нам с тобой надо на знаменательном месте отпраздновать эту ачивку. Кухни мне один раз. Так, давай. Еще раз. Так. Ну еще раз по башке. А встань вот сюда. А туда нет, ты встань вот туда. Нет, ты встань вот сюда, я тебе ударю. Не буду я туда становиться, ударь меня один раз. Топ тебя. Да ты заколебал меня, Кать! Успокойся! Да мы выполним эту ачивку уже или нет? Все, давай кушай, давай! Все, я ем! Давай! Все! Робин Бобин! А ты где? Ты меня кокнул! Я тоже так хочу, подожди меня! Робин Бобин! А я вот почему-то внизу башни оказался за секунду! А ты кокнулась, лохопедина! Я тоже хочу кокнуться. Ну вот видишь, как мы с тобой эту ачивку вот выполнили. Сейчас осталась самая мелочь. Нам надо с тобой приручить 11 разных кошек. Потом нам с тобой надо посетить, я не знаю, сколько-то там, 40 разных биомов. Потом нам с тобой нужно сделать незритовую мотыгу. И даже не спрашивай, зачем. И там еще, наверное, что-то найдется. А, слушай, у меня там моя больничка оплачена до конца месяца. Я пойду в палату обратно. Мне там, надо прописали покои, еще таблетки принимать. Пока. Ты же уже выздоровела, но я же понимаю, что ты просто отмазываешься и просто ачивки выполнять не хочешь. Ну всю эту серию ты же себя нормально чувствовала, а именно вот сейчас, когда я сказал про все остальные ачивки, тебе именно сейчас поплохело, да? Кать, ты дурочку с себя не строй, вставай давай. Плохо. Очень плохо. Не нужно за мной присматривать. Бегите, не оглядывайтесь назад. Я останусь. Тут. Прощайте.